Словенский доллар – национальная валюта Словении, бывшая в употреблении с 8 октября 1991 года до 1 января 2007 года и заменившая собой югославский динар в связи с территориально-политическим раздроблением Югославии. Название происходит от талера. Один Словенский талар равен 100 стотинам. Существовали монеты достоинством 10, 20, 50 стотинов и 1, 2, 5, 10, 20, 50 таларов. Банкноты – 10 20-50 миллиардов 100 миллионов 200 тысяч 500 тысяч, 5 тысяч 10 тысяч таларов, монеты, банкноты. На банкнотах последнего выпуска были изображены следующие персоны. 10 таларов, Примор Штрубар, религиозный деятель, 20 таларов, Яна Свайкар, Льва Зор историк, 50 таларов, Юрий Вега, математик, 100 таларов, Рихард Якопич, художник, 200 таларов, Якоб Галуз композитор, 500 таларов, Ёжи Плечник, архитектор. 1000 Франция Франца Пришерн, поэт, 5000 таларов, Ивана Кабильца, художница, 10000 тысяч таларов, Иван Санкар, писатель, правительство Словении заменило талар на евро с 1 января 2007 года.